Владивостокская клиническая больница номер 4 отмечает 80-летие. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка посетил медорганизацию и вручил почетные награды двум работникам – зубному врачу Светлане Коневой и медицинскому статистику Зинаиде Гавриловой, стаж которых во Владивостокской клинической больнице номер 4 свыше 50 лет. В своей торжественной речи глава региона отметил, что сегодня это крупная больница почти на 390 коек, где недавно прошел ремонт. Через ваши руки прошли десятки тысяч специалистов, судоремонтников, жителей города Владивостока. И, безусловно, наверное, новым испытанием явилось открытие здесь ковидного госпиталя. И большое вам спасибо за то, что вы вот на себя взяли такой пласт большой работы, разместили здесь всех тех больных, кому требовалась помощь, оказывали им всяческое содействие, работали в этой красной зоне. Губернатор обозначил, что с каждым годом облик медучреждения меняется, направляются средства на капитальный ремонт корпусов. Мы видим, как меняется облик Дальзаводской больницы. Выделенные средства, и в прошлых годах они воплотились в новые фасады, они воплотились в новые отделения. Вот, уже отремонтированные по-современному, удобные и для пациента, в первую очередь, и, конечно, для врачей. Мы продолжаем эту работу, и вот сейчас, на 2024 год, мы вам тоже выделяем денежные средства уже на ремонт терапевтического отделения, с тем, чтобы оно тоже соответствовало высокому уровню. После торжественной части губернатор Приморья посетил различные отделения больницы и пообщался с пациентами. Также глава края подчеркнул большое количество молодых специалистов. Отметим, всего в текущем году на обновление больницы израсходовано примерно 80 миллионов рублей, 50 на ремонт и около 30 на медоборудование. А за последние 3 года на финансирование медучреждений и средств краевого бюджета направлено более миллиарда. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.